Здравствуйте, это с вами опять Майя. Мы сегодня ночевали, и потом, когда проснулись, увидели, что рядом с палаткой уснула с нами черепаха. Вот она сейчас там прячется. Оказывается, у нас в Украине тоже есть черепахи. Вот у нее там лицо, лапы, вон нос виден, вот лапы с когтями. Ага. Вот двигает. Вот черепахи у нас. Вот задняя лапа. Лапа? Такой у нее панцирь, непробивной. Конечно, для собаки не одолеть. И она там себе как в домике прячется. Вот так он выглядит. Так он выглядит вот здесь снизу. Она здесь поэтому ходит. Вернее, ползает все время, трется. Вот такой вот панцирь. Это у нас была первая ночевка с черепахой. Да. Ага. Черепаха. Ну все. Пока. Ну все.